победы, и одна пропущенная шайба все-таки не отображает того, что было в ваших воротах. Вы можете сегодня забраться. Вот в этом смысле, насколько я вас не понял. Здорово сыграл вратарь. Мы играли недостаточно хорошо первую половину игры. Ключевой момент, наверное, наступил, что мы забросили в конце второго периода, и уже третий, наверное, стало проще. Локомотив побежал в атаку отыгрываться, и мы на контратаке забили еще два гола. Так что большая заслуга вратаря, и благодаря ему сегодня, наверное, мы выиграли. То есть вы первый период считаете удачным, да, выполнили? Можно, пожалуйста? Кто слушает меня? Скажешь, первую половину вы сыграли достаточно хорошо. Сказал, достаточно плохо мы сыграли первый половину матча. Сергей, сегодня ваше звено здорово себя проявило, и чем такое? Ну, сегодня у нас получилось использовать те моменты, которые были у других звеньев. Локомотив хорошая команда, которая играет в хороший хоккей, быстрый хоккей, и против них достаточно сложно играть, потому что они много держат шайбу, много владеют ей, и ни в коем нельзя терять шайбу. В коем случае нельзя терять ее в средней зоне, потому что сразу же контратаки. Первая игра показала, они нам забили 4 шайбы на наших ошибках, так что нужно делать правильные выводы и начинать матч по-другому, нежели мы сегодня начали. Ожидали ли такой стартовый напор Локомотива? Это нежели скорее Локомотив сыграл? Ну, сейчас финал конференции, и еще раз скажу, неудачно начали, но взяли себя в руки. Отличная игра вратаря, и нужный гол забили в конце второго периода. Сергей, вы достаточно часто вот бьете молодых в ярославское звено, да? Как бы это надежда на то, чтобы спровоцировать их как-то? Нет, контактный хоккей, и здесь не смотрим, против кого мы выходим, мы стараемся делать свою работу и лишний раз не проезжать мимо игрока. Нужно стараемся делать по правилам, но иногда зашкалит эмоции. В той игре я заработал ненужное удаление, сделал выводы, и, наверное, сейчас нужно еще раз анализировать эти две игры, чтобы играть хороший хоккей в Ярославле, потому что там будет не очень просто. Насколько сегодня выполнили тренерскую установку и по части игры, и по части дисциплины, наверное? По части дисциплины старались играть, как нам говорили, но все равно что-то получается, что-то нет. А по части игры первая половина не удалась нам, потом мы подкорректировали и закончили победу.